Греков это такой... Целая профессия, да. Профессия. Ну как, направление журналистики. Где-то обучают этой профессии? Есть тренинг, кстати, я вам не показал, но потом скажу. Есть одна даже целая пособие на английском языке, как Handbook of Verification. Проект Stop Fake Work, он направлен, насколько я понимаю, на развенчание в основном мифов, которые распространяют российские СМИ на территории Украины. Да, да, то есть наша главная цель – это российские СМИ. То, что пишут украинские, мы тоже об этом пишем, но, как бы, во-первых, их очень мало, во-вторых, как бы у нас другая цель, и у них, то есть они... Скорее, это результат не целенаправленной политики, да, на создание фейков, а это, ну, ошибка, не знаю, там, ленивые журналисты, не хотят информацию проверять, не хотят заниматься тем, чем мы занимаемся. То есть наша цель в данном случае – это просто показать человеку, что фейки есть, как они выглядят, как их можно обнаружить, как их можно опровергнуть. То есть показать человеку все вот эти, как бы сказать, существующие инструменты, как с ними работать. И в будущем, я так надеюсь, когда кто-то из тех, кто был на тренинге, увидит фейк, они смогут сами уже сами проверить фейк. Я хочу научиться распознавать качественную информацию, а также распознавать фейки. Уже второй день перехожу, мне очень нравится, хотя проходит время проходит очень быстро, и не знаю, я довольна. А мне также интересно распознавать фейки и смотреть, и различать, где на самом деле правда, а где ложь, потому что это на самом деле очень сложно. А чем вы занимаетесь? Вообще, я учу программиста, но я поняла, что мне интересна журналистика и связанная с этим психология, социология, и вот я учусь. Thank you.